Ты никогда не подаришь мне сына. Настоящего сына. Я подарил тебе сына. Настоящего сына. Просто ты от него избавилась. В этом виноват ты, Гастон. Это из-за тебя он был невыносим. Он обжег лицо твоей сестре. Это из-за тебя все мое тело болит. Это из-за тебя люди на улицах пялятся на нас так, будто мы задушили собаку пластиковым пакетом. У нас же все будет хорошо. У нас все хорошо. Да? Все в порядке, нам ничего не нужно. Да. Люди любят нас. Точно. Ты же вернешь своего сына? Так будет правильно, правда? Конечно. Если тебе нужно, чтобы мы совершили преступление, просто позвони нам. Мы будем неподалеку. Классно. Мама Эмма, я люблю тебя. Ты не можешь творить все, что тебе вздумается! О, мамочка, не бросай меня. Я сделаю все, чтобы ты никогда не забыла, что он тебе сказал. Когда ты узнаешь, что я делаю и почему, ты будешь в ужасе. Так и зачем ждать? Напугай меня прямо сейчас.